Такая научная конференция в Державинском университете проводится в 15-й раз. Она посвящена Дню славянской письменности и культуры и из года в год носит научный, социальный и воспитательный характер. Участниками встречи в этот раз стали более 100 человек из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Очень важно говорить о тех ценностях, которые есть у каждого из нас с вами, о том состоянии, в котором находится каждый человек. Что для нас на сегодняшний день важно? Для нас важна семья, для нас важна культура, для нас важен язык, для нас важны наши близкие, для нас важны ценности, духовные ценности. И именно вот в этом направлении будет работать сегодняшняя конференция. В рамках конференции участники обсудили творческое наследие Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, а также актуальные проблемы изучения славянских языков. По итогам встречи, по традиции, будет выпущен сборник научных трудов.